Мухаммед Насыр еще не окончил младших классов, однако на ринге выступает как взрослый. Мальчик участвует в турнире по вольной борьбе, представляет сборную команду Ошской области. Мне очень нравится борьба. Я занимаюсь ей уже второй год. Сегодня на турнире я победил всех своих соперников. Но соперники, они мне только на ринге, а за его пределами мы друзья. Я и потом буду упорно тренироваться, чтобы стать чемпионом. Юный борец на турнире приобрел немало друзей. Не только из разных областей нашей страны, но и из соседнего Узбекистана. На турнир приехали более 10 борцов из Наманганской области соседней республики. Это уже не первый дружеский чемпионат для нашей команды. В Ошскую область мы приезжаем часто, активно принимаем участие в спортивных играх. Благодаря подобным турнирам спортсмены наших стран подружились. Теперь мы планируем провести чемпионат в Наманганской области. Так что ждем наших друзей из Кыргызстана у нас в гостях. Спорт надо поддерживать, и я рад, что глава страны заинтересован в развитии спорта. Подобные турниры нужно проводить регулярно. Если наши дети будут заниматься спортом, то и страна будет здоровой. Смотрите, сколько молодых борцов собрал этот чемпионат. Благодаря этому юные спортсмены подружились. Международный турнир по вольной борьбе в Узгенском районе прошел по инициативе активистов и местных жителей. Участие в нем приняли порядка 400 спортсменов из Кыргызстана и Узбекистана. Гульжан Руматқызы, Абалас Ильбекулы, Улар Кайназаров, ЛТР, Ошская область.